Привет, мы встречаемся на площади Никитские ворота в Пресненском районе Москвы. Она находится между Никитским и Тверским бульварами, которые составляют бульварное кольцо, а также Большой и Малой Никитскими улицами, вот, которые пересекают как раз вот бульварное кольцо. Недалеко от площади находится станция метро Арбатская. Через центр современной площади Никитские ворота по направлению Большой Никитской улицы в 15-16 веках проходила Волоцкая или Новгородская дорога, которая вела, соответственно, к Волоколамску, как его тогда назвали, Волоколамский, да, и дальше к Великому Новгороду. После основания Никитского монастыря с конца 16 века дорога стала называться Никитской. Вот, дорога пересекала ручей Чертурой, которая вытекала с Козьего болота, ныне на Малой Бронной улице, да, в сторону Пречистенки тек. По правой стороне дороги, в черте Белого города, в 16 веке возникла Новгородская слобода, где селились выходцы из Новгорода и Устюга. Сформировалась эта площадь в конце 18-го, начале 19 веков на месте Никитских ворот Белого города. На нее, на эту площадь выходит, ну, я уже сказал, Никитский Тверской бульвар, Малая и Большая Никитская улица. Основными, так сказать, акцентами этой площади и зданий являются церкви, две церкви, это Федора Студита по адресу Никитский бульвар, дом 25А, и Большое Вознесение по улице Большая Никитская, дом 38. Церковь Федора Студита была собором монастыря, когда-то вот, основанного для патриарших слуг у ворот Белого города. Дом 25 по Никитскому бульвару, вот, построен в 1928 году, отгородил храм от бульваров. А российская территория при реставрации 1980-х годов открыла вид на церковь с площади. И у нас была площадь в 18 веке, находившаяся здесь с конца 16 до конца 18 веков Никитским воротом, которые были одними из 11 проезжих ворот Белого города, который окружал тогда город Москву. Ну, в свою очередь, Никитские ворота получили название от Никитского монастыря, который тут находился, был основан еще в 1582 году Никитой Захариным, отцом патриарха Филарета Московского и дедом царя Михаила Федоровича. Сейчас никаких объектов по площади не числится, но за ней, зато на ней находится небольшой скверик у бывших Никитских ворот. А в скверике находится фонтан-ротонда Натальи Александра, поставлен тут в 1999 году в памяти о венчании Александра Пушкина с Натальей Гончаровой, который проживал неподалеку, в деревянном особняке на углу Большой Никитской улицы и Скорятинской переулка. Ныне на этом месте находится посольство Испании. Вот, ну, тут есть, и венчались они вот рядом в храме. Ну и есть тут плиточные пешеходные дорожки, скамейки, деревья, газоны, искусственное освещение. Рядом находится православный храм преподобного Феодора Студита. Также на площади находится памятник благословенной в веках дружбы народов России и Армении, скульптор Сагаянов, установлен в 1997 году, две женщины склоняются к кресту между ними, соприкасаясь плечами. На верхней плоскости постамента надпись на русском и армянском языках «Благословенная в веках дружбы народов России и Армении». Вот. Также тут находится памятник Александра Пушкина Натальи Гончаровой, как раз я уже говорил, да, в 1999 году. Он установлен, и здесь вот церковь Большое Вознесение, они как раз обвенчались, Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Вот, на гранитном постаменте установлены дорические колонны из серого мрамора из Италии. Ну и на высоком антаблементе расположен золотистый купол, символизирующий купол церкви Вознесения Господня. Внутри архонта как раз скульптура Пушкина и Гончарова. Ну, еще также есть памятник Толстому, скульптору Мотовилову, установлен в 1957 году вблизи дома по улице Передонов, где писатель провел последние годы жизни. Он задумчиво сидит в кресле с блокнотом и карандашом в руках. Ну и еще также есть памятник ботанику Клименту Тимирязеву, установлен в 1923 году вокруг памятника цветника, а также сквер с плиточными пешеходными дорожками, деревьями и скамейками. Вот, так что здесь вот хорошо погулять, приехать на эту площадь, ну или специально можно приехать, да, или, соответственно, гуляя по окрестным бульварам или Никитским улицам. Доехать всегда лучше от метро Арбатская, дальше пешком через улицу Воздвиженки, Никитский бульвар, можно доехать также на троллейбусах 15.35 до остановки площади Никитские ворота. Приятных прогулок, до новых встреч на улицах Москвы.